И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима, Покемон Серега и Злая Панда. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Все просили прятки, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Димас, я сюда. Я нашел место, в которое я забрался без помощи ноуклипа. Это очень офигенное место. Как ты докажешь? Зуб даю. Чей? У тебя зубов же нету. Твой зуб даю, Дима. Потому что у Димона все закончилось. О, я слышу, я слышу. А ну еще поперди. Фу. Так, а, чё ж я туплю-то, а? Сейчас мы строим все дела. Да как тебе под водой? О, Димас, это ты? Ёлки-палки, а ты чё в этой канализации забыл? А ты чё, чайником стал? Да. О, спасибо. Чайник! Я не вас тебе чайку принёс. Спасибо, что ты меня подкинул. Ой. Это, видимо, какую фейерверку оставил. Ну ладно. Так. Это Сережка. А, вот ты, Димас. Ёлки-палки. Чё, Димас, как тут это? Я Серегу смотрю, он где-то здесь. Он где? Хорошо. Чайник, это Димон, давай, короче, закипай. Я же Сережку вспомнил. Так я вон воды набрал, черпанул оттуда из этого прудика. Вот сейчас это. Пока кипит чайник. Ты, Димас, это, давай это, чайник-то, нажимай на пробел. Нажимай. Есть! Ты чего не заметил там? Серега, как ты туда забрался? Опять, блин, ноуклипишь, говнюк. Нет. Джедайский меч. Джедайский меч, но это все равно читерская. Все, Димон, ой, Серега, давай вместе искать. Да, Димас, да, нажми на пробел, и мой чайник будет кипеть. О! Да? Во-во-во-во-во-во-во, есть. Все, нету. Так, Димончик, да. Давай будем мыслить... Тут потолки есть, Димас, залезай на потолок. Так, давай я буду мыслить, как ты. Вот я Димон Покемон, я иду наверх. Да, иди наверх. Иду. Идешь. Пробежал здесь, никого не нашел. Ага, никого, да. Вот я думаю, что кстати, я... прикольная нычка, Димас. Я бы здесь спрятался. Поэтому эта нычка вдвойне крутая. Так, давай хорошо. Ускоряемся. Кого я... ты нашел? Рассказывай. Сережну. А Энгри панду, злую панду. Нашел злую панду? Так, ой, я нашел Энгри панду. Во-во-во, тут ты где-то, Димон, на трубе сидишь. Нашли Энгри панду, Димас! Отлично, вас теперь трое. Теперь будет интересно, мне теперь будет интереснее намного. Так, где ты, где ты? Ты же, Димас, можешь все разрушать, правильно? Нет, не могу. Это Найтмэр могут все разрушать. Кстати, ого, а что это куда-то зашел-то, офигеть. Где вообще ходит? Не, я такое даже место не знал. Нифига посмотри, себе, Димас, здесь нычек. Может, я в траве заныкался? Не, я проверял. Тебя там нет, я проверял. Помогай Димасу. А я, кажется, знал, где Димон запрятался. Да? Нычка есть где-то. Давай. Нычки, наверное. Где там телепорты еще есть. О, давай я туда прилечу, как раз посмотрю, поищу. Может, я там есть? Давай. Тэпайся сюда тут. Давай поищем меня. Найти мне надо это место. Оно около воды, это генераторных этих еще. Да, колбочек. Да. Я ищу эти генераторы, оно и не только там есть. Не, ну там. Вот, видишь? Ты хочешь меня там поискать? Ну давай поищи меня там. Может вдруг я там спрятался. Все, Дима, я тебя нашел. Последние твои слова. I'll be back. Я тебя не нашел. О, Серега, что ты наш? Офигеть, это что, нычка такая? Да. А куда ты телепорт ведет? Куда он ведет? Вот говно жизни тратится. Серега, куда этот телепорт ведет? Ну, в одну зону, ну, в другую часть карты. Блин, я не знал сейчас про такой телепорт. Офигеть, ты мне открыл глаза, конечно. А где этот телепорт находится? Вот, где генератор. В воде, Димас, где ты был сейчас, мимо нее прошел, мимо воды. Я там удалил стенку невидимую. Вот, в воду, Димас, спускайся, тут, короче, телепорт какой-то есть, офигенно. Только мой чайник туда не перемещается. Потому что ты чайник. Где? Я не вижу. Так вот, дырка, Димас. Я сейчас это туда прибегу. Видишь, чайник мой? Иди сюда, вот. Вот, блин, еле увидел. Вот. Оп.
Чё, я думал, телепортнулись? Куда вы где? Да это другая часть карты, это недалеко отсюда. А, да? Так, Димон, где же ты? А где же я? Вас трое, кстати, вы теперь должны... Пацаны, он сидит на трубах под потолком. Под потолком? Конечно. Ух ты, ничего себе. Ну я бы так сделал на твоей... Если бы я был бы Димоном, я бы так сделал. Хорошо, хорошо. Так, а где вы? Я вас потерял, кстати. Так. Ну, вы где, говнюки маленькие? Я ищу тебя. Я тебя сейчас... Вот! А, нет, не ты. Нет, не я, да, всё-таки? Так, нет, Димон где-то здесь прячется, я отвечаю. Димас, у него желтый скин с собаки. Ну, такой серый, желтый. Короче, я сразу говорю, я не прячусь на первом этаже. И на нулевом там этаже. Я, на то есть, втором прячусь... где-то. На каком-то втором этаже, да. То есть, либо на балку там залезть, наверху, в общем. Я не внизу, Димас. Сразу говорю. Ну, я угадал, да? Чего? В смысле угадал? Вот ты, вот тут где-то ты, вот тут, вот тут, вот тут. Тут, вот тут. Нету? Ой, я нашел Димона покемона. А где он был? Покажи, пожалуйста. Он в этой секретной, вот здесь он был. Смотри, там запрятался, вот здесь. Вот. Вот, Дима, смотри, вот я здесь был, сюда поднялся, вот. Блин, я так и знал, что ты где-то сидишь под потолком. Все, а теперь ищи ты. Видишь меня, Димас? Угу. Вот я здесь спрятался. Блин, плохо тебя видно. Даже если тут проходить, не видно вообще тебя. Так, а тут, короче, такая прям офигенно. Тут труба тебя ящик закрывает. Серега просто степнулся, решил проверить. Вот каламуть. Я теперь буду гореть. Ты пока, Димас, не умрешь, ты будешь гореть так. Вот говнишка. Я, Димас, надо кильнуться. Короче, я беру маленький скин. Дима, а где ты нас ищешь? Так, Серега, а чего мы тут сидим в уголку, а? Мочи его, мочи. Серега, ну ты даешь, в уголку просто спрятался. Я так. Думал, ты сюда не забежишь. Не, я же буду все рассматривать, вы что? Ну все, Димас, теперь я ищу тебя. Димона. Мы теперь с тобой ищем. Ну ты не расстраивайся, Серега. А с чего мне? Понял, не расстраивайся. Я буду только рад найти тебя. Ну так, давай, если кэбы хватит. Хватит, хватит. Так, о, ладно, я на никого. Улице полетаю. Давай. Я пока тебя поищу, поищкаю. Тут блин, улица Димас, есть. Хорошо спрятался, однако. В смысле? Ну тебя надо искать хорошо, получается. Так, где ты можешь спрятаться? Блин, я чуть не выбежал с нычки, ты чё? В смысле? Да ты хорошо спрятался, я думал, то, что ты меня нашел. А, не, я просто говорю, что вот ты... Вот это я обосрался. Димас, ты выбежал с нычки? Не, я чуть не выбежал. Понял, понял. Так, это что у нас за потайной ход? Потайный. Так, что у нас здесь? У нас здесь... можно телепортироваться, но здесь ничего нету. Ёлки-палки. Трусы на просто... палке. Да. Просто командный пункт какой-то. Ищут Серёг меня, нычек, пацаны. А ты выбрал самую простецкую. Ну да. Тут реально столько нычек было. Опа, на. Есть. Давайте втроем, пацаны, осилите вы меня вот, или кстати, нет? Вот, Серега, ты в самый фиговый спрятался. Angry Panda в средней нычке спрятался. А сейчас поищем Димаса. Где же он спрятал? Ну-ну-ну-ну-ну, давай. Так, а Димас у нас решил все-таки по-мощнецким спрятаться. Димас, я, кстати, вижу, где ты. Ты, Димас, на вентиляционных этих, где ловушки еще две. С огнем. Я тебя вижу, Димас. А как? А вот так вот тебя заметил. Да, Димас, ну что, спускаться? А, блин, я испугался, дерьмо! Вот и все. Попались вы. Блин, я так дернулся, блин. Смешно, давай, а давай. А что ты, Димас, не убегал-то, а? Я не ожидал, что ты меня не увидишь. А, думаешь, я тебе описал все твое местоположение и найду тебя, да? Ну, я думал, ты знаешь, может, на понт меня берешь. И я, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и все пока!